Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в Цоколе лейбл Фрисен организовала благотворительный концерт. Все собранные деньги пойдут на лечение гитариста группы Hope It's Fake. К сожалению, в нашей жизни никто не застрахован, поэтому надо помогать друг другу. Рядом со мной сидит Владимир Вересов, один из... Вересов. Один из создателей лейбла Фрисен. Вот, скажи, Вов, вообще было сложно организовать сегодняшнее мероприятие? Скажем так, сегодняшнее мероприятие было бы сложно организовать, если бы я действовал один. Потому что со всеми теми, кто помог делать афишу, кто помог всех позвать, да, этот народ, рассылки сделать в том же ВКонтакте и так далее. Ну вот, спасибо. Пользуясь случаем, Екатерине Багири, я спасибо скажу организатору клуба «Цоколь-2». Вообще всем, кто здесь. Звукорежиссер, молодец вообще, сделал отличный звук, Ника. С нами группа «Orbifold». И, ребят, сразу первый вопрос. Скажите, вы существуете без вокалиста, но у вас нет вокалиста в группе, и вы прекрасно обходитесь без него. А скажите, нет вокалиста, нет текстов. А как же вы называете тогда свои песни? По какому принципу? На самом деле, хороший вопрос. Вот, мы, возможно, что не свойственно для большинства рок-групп, не имеем какого-то явного желания делиться какими-то своими взглядами, может, на жизнь, учить чего-то, чем-то людей. Вот, и мы имеем желание делиться своими эмоциями, и название это на самом деле очень тонкое, такое, очень важно дать человеку направление мысли, а все остальное он уже сделает сам. Мы лишь подталкиваем его, а все остальное уже человек находит сам, каждый что-то свое, поэтому этот процесс очень... Долгое время у нас занимает именно, чтобы прийти к названию. Порой у нас композиция играется год или, может быть, даже полтора, и я могу дать ей название в последний самый момент. Вот. Порой даже вот после записи студийной. А вы выпустили альбом, а где его можно купить? Да, ну вот последняя EP, которая у нас вышла 2014 года, она имеется в продаже в магазине «Культура» на Невском проспекте в центре, поэтому желающие могут его там приобрести. Вот. А первый наш альбом «В поиске вечного», тираж уже закончился, но вот в последнее время мы стали получать пожелания приобрести его, и, возможно, мы сделаем еще какой-то тираж небольшой именно для желающих. Вот. Ну и скажите, какие планы вообще у группы на будущее? Планы на будущее. Ну вот, конечно, мы готовимся к летнему сезону, планируем покататься по опен-эйрам, выступить на фестивале Систа. Вот. И, наверное, постараемся организовать какой-то тур по России. Вот, сейчас ведем переговоры. И, конечно же, вплотную начнем заниматься новым материалом, готовить к записи следующий альбом. Вот, а также, совсем забыл, у нас выходит два сингла. Вот, один должен выйти 1 марта. Вот, это будет наш тоже эксперимент с вокалом, как ни странно. Вот, а следующий сингл будет... Скорее всего, инструментальный. Спасибо, это была группа Orbifold.
С нами группа Eldov. И, ребят, сразу первый вопрос. Что это значит? Почему вы так назвались? Группа называется Eldov. Это такой медицинский препарат, который в свое время один доктор, господин Оливер Сакс, использовал для помощи парализованным людям. Вообще название пошло после просмотра фильма «Пробуждение», который, кстати, не совсем парализованным. То есть это людям даже не аутизмом страдающим, а... Кататония. Да. Ну, в общем, это, в принципе, есть такая аминокислота, называется Levodopa, есть такой препарат. Вот. Изначально, после просмотра этого фильма, была по некоторым причинам идея так назваться. Кстати, я посмотрел фильм, и мне стало интересно, почему в нашем названии буквы H. H есть. Ну, потому что по транскрипции пишется Eldopa, а произносится иногда Eldopa, иногда Eldopa. Соответственно, это была транскрипция просто. Так что всем надо смотреть этот фильм обязательно. Ребят, какая для вас идеальная группа? Вообще, в принципе, идеальная группа. Ну, для кого-то, не знаю, там, когда музыканты не опаздывают на репетиции, да, у кого-то там, когда барабанщик в такт бьет. А вот для вас, что такое идеальная группа, как вы считаете? Сложный вопрос. Группа Металлика, например. Идеальная группа, группа, у которой есть коллективный разум, например. Потому что если у группы нет коллективного разума, я даже не знаю, что это такое. Это, ну, сообщество музыкантов, скажем так. Нет, вообще вопрос. Даже если сообщество музыкантов и делает хорошую музыку, тоже имеет право на существование. Ну, да. Ну, получается, идеальная группа у всех также своя. Свой ответ на этот вопрос, конечно. Я просто отвечаю от себя на этот вопрос. Я считаю та, у которых хороший, слаженный коллективный разум. Нет, хорошо, когда все друзья и близкие люди делают одно общее дело. Как бы всем комфортно этим заниматься. А когда результат еще радует всех, а еще хотя бы чуть-чуть больше, чем участников этого коллектива, то вообще прекрасно. Но... Ребята, и скажите, какие планы у группы на будущее? Закончить сведение альбома, которым мы занимаемся уже достаточно давно. Клипы будут? У нас задумана уже очень давно съемка, скажем, не клипов, а сопроводительного видео для концертов, которые в какой-то степени можно назвать клипами. Но это процесс такой медленный, мне кажется, как таяние ледников. Вот. В первую очередь мы хотим заниматься украшением своих выступлений, потому что недавно мы это попробовали со своим светом, со своим дымом и так далее. И получилось очень интересно и красиво. Ну что, отлично, ждем тогда нового альбома, когда он будет сведен. И мы первого будем... альбома, я бы сказал. И, да, дебютного альбома, когда мы можем его будет купить. Все, спасибо.
Дорогие друзья, с нами группа Omni. У них сегодня было дебютное выступление, достаточно молодая группа. Вот, ребят, скажите, как ваши ощущения? Ощущения очень клевые. Во-первых, прекрасный клуб. Во-вторых, прекрасные коллективы, которые играли перед нами, собственно говоря, заслуженные коллективы. И вообще отношения, настоящая питерская тусовка. Нам очень понравилось. Присоединяюсь к словам Юры. Клуб отличный, звук отличный. Ощущения смешанные, волнение, радость, интерес. Было интересно, клево, позитивно отыграли. Двигаемся дальше. Все. Круто. Хочешь сказать? Он сказал уже. Ребята, откуда вы берете, черпаете свое вдохновение на музыку на вашу? Потому что она у вас звучит достаточно оригинально. Музыку мы сочиняем втроем, все вместе. Какая-то есть конструкция, безусловно. А вдохновение черпаем, как и все люди. Чувства, фильмы, музыка, жизнь, эмоции. Да, вокруг много всего интересного, вокруг есть живые люди. Мы черпаем вдохновение друг в друге. Я черпаю вдохновение в них. Точняк. В том числе, да. Ну, ребят, скажите, какие планы у группы на будущее? В ближайших планах у нас концерт 22 февраля в клубе «Винила Sky». Начало 8 часов. Приходите, мы будем вас ждать. Рады будем вас видеть. Ну и, конечно же, запись нового материала, нового, старого. Хочется что-нибудь выпустить, EP или альбомчик какой-то мини. Записи, концерты. Ждем. Спасибо. Это была группа Omni. Спасибо.